Повышение профессионального уровня врачей – ключевая задача медицинского центра «Альфа». На сегодняшний день одна из крупнейших клиник Анапы – не только учреждение с инновационными методиками, но и ведущая площадка для научно-практических конференций. В феврале в медицинском центре «Альфа» была проведена врачебная конференция, посвященная новым методам лечения боли. В конференции принимали участие не только врачи медицинского центра «Альфа», а также специалисты, травматологи, неврологи, нейрохирурги из других учреждений Краснодарского края. Главным спикером конференции стал интервенционный хирург из Красноярска Алексей Спиридонов. В рамках теоретической части специалисты обсудили новые методы и принципы лечения болевых синдромов при помощи малоинвазивной безопасной хирургии. Затем участники конференции присоединились к трансляции операции, которую на территории курорта проводили впервые. Операция проводилась пациенту, который в течение многих лет страдал невралгией тройничного нерва, резистентной к фармакотерапии. И после проведения данной операции пациент отметил полный стойкий регресс имеющегося у него болевого синдрома. В ближайшее время данная операция станет доступна всем пациентам медицинского центра «Альфа». Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.